Добрий день, шановні друзі! В кожної епохи є свої символи. Мій сьогоднішній співрозмовник – символ кількох епох. Сьогодні у нас в гостях народний артист Радянського Союзу, України та Росії Йосип Кобзон. Йосип Давидович, я знаю, що в останнє время у вас произошел конфлікт з Пугачевою. Я знаю причину. У меня не было конфликта с Пугачевой, Дима. Просто она повела себя конфликтно, а у меня конфликта с ней не было. В чем суть, Иосиф Давыдович? Что произошло? Ну, что произошло? Многие вещи, происходящие, так сказать, у нас в России, трудно объяснимы. Но, например, почему показ детского искусства является не форматом? Как это объяснить? Почему показ пивной рекламы или секса в порядке вещей и не принимается законопроект Говорухина о защите нравственности и об ограничении, не о запрете сексуальной продукции на средствах массовой информации на телевидении? Почему? Трудно объяснить. Почему, скажем, прошедший конфликт между Эрнстом и Крутым отразился на жанре, на исполнителе? Отразился, да? Конечно, отразился. Это как на выборах. Вот, пожалуйста, победили оранжевые в Киеве. Те исполнители, которые пели партии регионам, да, они уже враги. И размежевались по политическим квартирам. Почему я говорю, не надо ходить, ребята, так сказать, вот в Африку. Это касается и политики тоже. Артисты должны петь народу. Да, я мог петь, и если бы меня пригласил Ющенко, я бы, скажем, пел бы перед народом, не перед Ющенко. Я бы пел бы перед народом на встречах с Ющенко. Меня пригласил Янукович, я пел перед народом, перед которым, так сказать, я не говорил, я, во-первых, не имею права, как иностранец или как политические деятели, выступать в агитационной программе. Я ничего не говорил. Абсолютно. Вот. Но все прекрасно понимали, что я в мероприятиях, связанных с агитацией за кандидата Януковича. Но все равно все артисты, которые принимали участие в акциях Януковича, они стали врагами тех артистов, которые выступали в акциях Ющенко по сей день. Вот, понимаете... А что ж Пугачева в данном случае? Пугачева, она просто, я считаю, она коммерсантка. Элементарно. Она решила так, что, ну, ей предложил Крутой, так сказать, держит бренд советская песня года. Так получилось. Вообще, это, конечно, глупость невероятная кому-то одному отдавать бренд песня года. Вот. Ну, он его держит. В противовес ему Первый канал к Новому году подготовил две программы. Старые песни о главном и новые песни о главном. Второй канал подготовил программу «Лучшие песни года». И все об одном и том же. И все те же исполнители. С одним... Четвертая программа НТВ была предоставлена благодаря Пугачевой Крутому. Пугачева договорилась с руководством страны. Страны? Страны. Потому что на телевидении, так сказать, влияет, я даже не буду называть, не президент, а другой человек, который сказал, что вас устроит НТВ. Ну, какая? НТВ тоже, так сказать, известный канал. Устроит. Пугачева поставила условия материальные, финансовые, Крутому. Небольшие. Очень небольшие. Я не хочу эту грязь. Да. Не хочу называть. Вот. И Пугачева взялась за программу. Но когда Пугачева проводила рождественские встречи и приглашала Гордона, Иванова, Петрова, нормально. Делай, что хочешь. Когда название «Песня года» отдано одному человеку... С историей такой. Да. И в этой истории, извините, я занимаю не последнее место, но 6-1 программы. 71-го, наверное. Да, с 71-го года по этот год я принимал участие во всех этих передачах. 35 лет. Это уже был закон, декабрь месяц, первые числа, значит, когда снимается программа. Мы... Вот. И Примадонна стала делать выводы.
Значит, в связи с тем, что я в книге своей посвятил какие-то словеса ей, притом я считал, что я посвятил ей нормальную, вообще такую мягкую еще, да. дружескую критику. Я не написал о ее слабостях, не написал о ее мужьях, увлечениях и так далее, о времяпровождении, все что угодно. Я ничего не писал, просто писал, что она, я вспоминал, как она пришла на первую запись, я вспоминал, какие у нее были проблемы и так далее, как мне приходилось вмешиваться, все что угодно. Писал, что она, конечно же, выдающийся мастер, и что она яркий очень человек и так далее, все что угодно. И писал то, что думаю, что, к сожалению, Алла Борисовна никого не видит, кроме себя. И, к сожалению, Алла Борисовна не считается со временем. А время катастрофически уходит. Вчера было, казалось бы, 35, 25 и так далее. Сегодня уже 57. Ну, пора подумать немножко о себе. Еще остался какой-то ресурс, который желательно использовать с пользой. Это, во-первых. Во-вторых, ну, надо бы вмешиваться в процесс... В стране нельзя сидеть, в общем, созерцательно и наблюдать, что происходит с культурой, как уничтожают культуру в России и так далее. Надо вмешиваться активнее. Ну, дружеская критика, абсолютно. Ничего оскорбительного не было. А, значит, журналист этот, Добрюха, он говорит, есть давайте. Ну, а вот... Но Алла Борисовна вот не вылазит из казино. Я ему сказал, Николай Алексеевич, об этом никогда писать не буду. Это не мое дело. Я не буду писать, пьет она или не пьет, курит она или не курит. Это не мое дело. Она свободная женщина, она известнейшая актриса. Не хочу об этом. Вот просто чисто как гражданин, как человек, который работает в этом жанре, да. И вдруг она, значит, притом у меня в этом году после болезни жадно набросился на новые песни, посвященные 60-летию, и лирические, и все, и у меня материал одному, ну, полным-полно. И вдруг она, значит, говорит о том, что Кобзон, он не будет у меня участвовать в передаче. Ну, по разным причинам. Если он хочет, пусть позвонит. Это мне крутой звонит, говорит, Юрий Дович, ну, позвоните. Я говорю, Игорь. Да ты вообще сумасшедший. Ты представляешь, что ты мне предлагаешь? Чтобы я звонил. Я в жизни никогда никому не звонил. И просил, ой, возьмите меня в этот концерт. Ой, запишите со мной песню. Ой, да в жизни никогда. Ой, я так хочу на телевидении, в огонек. Я говорю, ты хочешь, чтобы я унижался перед этой дамой? Никогда. Ну, в общем, она исключила уж Буйнов... Просто спал и ночевал вместе с Леной, со своей женой, так сказать, у Пугачёвой. Ближ, самый близкий друг. Но что ты не так сделал на своей передаче? Не так поднял Примадонну, как ей хотелось бы. Значит, Буйнов отпал. Лещенко, да у нее ничего нет. Отпал. И этот господин Артур... Говорит, ну, это все нафталин. Педрило такое, значит, у нас есть в московском комсомольце. Значит, Любе – это городской романс. Это уже ее мало интересует. Бабкина – русская песенка. То есть, произвол полный. Мумитроль – да это никто. Это все. Вот что я хочу, то и будет. Ну, тогда назови это не «Песня год». А «Рождественские встречи». «Рождественские встречи». Или «Алла Пугачева представляет». Пожалуйста. Тогда претензии какие приглашай к тебе? Приглашай, кого хочешь. Кого хочешь, того приглашай. Но «Песня года» должна для слушателей, для меня, для тебя, для всех, кто смотрит по телевизору, ждет. Она должна быть объективной. Мы должны... Это смотр песенный, и это смотр исполнительский. Это все исполнители, которые смогли в течение года, 2005-го, что-то сделать в жанре. Новую песню композитор написал, она должна прозвучать, если она хорошая. Вот, скажем, Журбин написал «А эти тучи в голубом». Значит, она должна прозвучать, да, эта песня. Дальше Лёва Лещенко, он записал новую песню. Ну, почему же ты
Но она мне не нравится. Да это не твое дело, что она тебе нравится, она тому, кто он, для кого он поет. И что, вы смолчали, стерпели? Нет, конечно. Я не смолчал, не стерпел. Значит, мне позвонил такой Юрий Аксюта, который является музыкальным продюсером Первого канала. Да. И попросил меня, Иосиф Давыдович, ну, пожалуйста, мы вас очень просим, вы можете провести наши две песенные программы? 3 числа снимается старая песня о главном, 4-го новая песня о главном. У вас и то, и другое есть, и новое, и старое. Я сказал, Юрий Викторович, спасибо большое за приглашение, что вы не забыли, но у меня два условия. Он говорит, пожалуйста, любые. Я говорю, если вы готовы меня пригласить, я могу только один день быть, 3-го, потому что 4-го я на Табачника давно запланирована программа в Киеве, честь имею пригласить. Я не могу своего друга, так сказать, обидеть и не приехать. Он говорит, ну, может, он перенесет ее. Я говорю, я могу обратиться, в принципе, но вряд ли. Да, очень жаль, очень жаль. Я говорю, кстати, у него участвует и Киркоров, у него участвует и Басков, у него участвуют другие. Он говорит, да вы что, да. Он говорит, ну, это исключено. Или они больше никогда не появятся на Первом канале, или они... Я говорю, ну, что это за рэкет такой? Я говорю, не серьезно это. Иосиф Давыдович, ну, что касается вас, вы вне так, обсуждения. Ну, хорошо. А с кем бы вы хотели провести это? Я говорю, мне все равно, предлагайте. Долина подойдет. Я говорю, почему же нет? Конечно, я люблю эту певицу, и мы с ней дружим много лет. Я говорю, ну, у меня условие второе есть. Говорит, какое? Чтобы ни там, ни там. Если в этой программе... приглашена, в эту программу приглашена Алла Борисовна, я не хотел бы в ней принимать участие. Он говорит, нет, она и не приглашена, и не будет никогда приглашена. Я говорю, ну, это другое. Хотя, я говорю, это неправильно. Кто она такая, чтобы я, так сказать, вот так себя некрасиво вел? Она все-таки женщина. Он говорит, Иосиф Давыдович, ну, это до вас было. Если согласитесь, вы не согласитесь, это решение было до вас. Я говорю, ну, ладно. Значит, я снялся в первой программе с Долиной, приехал 4-го к Яну. Я снялся во второй программе «Лучшие песни года». Я снялся на ТВЦ. Я снялся на «Огоньке», на первой и на второй программе. Я к чему это рассказываю? Меня не то, что, так сказать, гложет, вот, ай-яй-яй, меня не взяли на телевидение. Нет, конечно. Ну, хватит с меня этого телевидения. Я не нуждаюсь в лишнем показе. Меня волнует судьба жанра. Почему это вкус Пугачевой должен определять сегодняшнюю песню? Ну вот возьми, например, ее за очень большие деньги пригласили на «Фабрику звезд», Первый канал. Она провела эту «Фабрику звезд». Ну хоть одну звезду она открыла. Ведь она отбирала, у нее было право. Она могла, в общем, порекомендовать слушателю нашему звезду. Нет. Дали ее, за, опять же, за очень большие деньги. Ее пригласили на Сочи на 5 звезд. Где звезда? Та же история. Та же абсолютная история. Далее Юрмала. Я вспоминаю эти капризы. Я принимал участие в Юрмале. Я помню, знаете, когда Соня Ротару вышла, и все, значит, ее приветствовали очень горячо. И она пошла по залу с микрофоном, и ряд жюри сидит, и все встали и стали целовать ей руки. И она так доходит, и сидит Алла Борисовна. И, значит, она вскочила, дала ей цветы, которые там ей вручали. Вот. И я говорю, сейчас будет поцелуй Иуды. Большой. Ну, в общем, короче говоря, она тоже ее пригласила, как бы, но та отказалась на песню. Вот в чем, что меня беспокоит, что меня разозлило. Я бы не стал бы раздувать этот скандал. В свое время Алла Борисовна в 89-м году сказала, когда ее спросили, как вы относитесь к тому, что многие артисты, музыканты пошли в политику. Я сказал, ну, если вы имеете в виду Кобзона, то ему пора сидеть. Там я был на съезде народных депутатов, депутатов. Там пусть он сидит там, а я еще попою. Ну, вот я после этого прошло 16 лет. Я продолжаю петь. Да и вроде неплохо, да?
Вроде еще лучше. А я отвечаю, что она уже не в состоянии петь вообще. Вот она руководит. Руководит, так сказать. Но нельзя так. Песню должны рекомендовать газеты по рейтингу. Журналы, радиостанции ФМовские, телевизор, телевидение, все каналы. И она должна быть одна, эта передача. Но для вас не стало тяжелым таким ударом известие о разводе с Филиппом Киркоровым? Да нет, это же смешно. Пережили. Дима, почему страна должна вмешиваться в личную жизнь Пугачева и Киркорова? Развелись, свелись, кто кому, кто из-за кого. Да какое кому дело? Они живые люди, а интересно подсмотреть замочную скважину. Зачем? Зачем? Затем, что они сами подсовывают эти скандалы. Ну, им это интересно, понимаешь, когда время уходит. Скажем, в свое время, если ты помнишь, был с Пугачевой большой скандал в Ленинграде. Гостиница Прибалтийская. Да. И я ее всячески защищал. И, так сказать, боролся за нее. Но нельзя было ее гробить. Она самый талантливый исполнитель. Вот это, и, вы, но на ней вы и Киркорова равно, сейчас защищали. Да, но на ней все равно это отразилось. Все равно осадок остался, как в том анекдоте. Вот, то ли она украла, то ли у нее украли, но осадок остался. То же самое с Киркоровым, Сараян, эта история. Все равно осадок. Мы защищали, да, журналисты-провокаторы. Спровоцировали, ты не имеешь права, она женщина. Не имеешь права себя распускать. Я оправдывал его только лишь в том, что его спровоцировали на это. Но я его не мог оправдать за то, что он себе позволил. И по сей день. А что он живет? Он все давно не живет. Ну и что? Кого это волнует? С кем он живет? Как он живет? И кого это волнует? Да? И кого это волнует? Никого абсолютно. Иван Сидорович, вы были первым советским артистом, который приехал в Афганистан. Вы потом много раз туда ездили. Вы были первым советским артистом, который приехал в Чернобыль. Вы потом много раз туда ездили. Но все это было еще ничего. Потом вы пошли фактически на автоматы выводить заложников Норд-Оста. Почему вы туда пошли? Я знаю, что с вами шла и Хакамада, и Немцов, но потом они как-то не дошли, как-то не дошли до зала. Что это было? Ничего это не было. Вы знаете, таких как Кобзон вокруг оперативного штаба стояли, ну, если не тысячи, то сотни точно. И каждый себя предлагал в заложники. Стояли офицеры, стояли простые люди, женщины, Лужков. Когда, в общем, было принято решение, они почему-то ни с кем не хотели говорить. Но я для них не просто там депутат, там певец. Народный артист Чечено-Ингушской. Да, ну это мое первое звание было в 1964 году. Заслуженный артист ЧА СССР. Они меня должны знать. Я знал, что они меня должны знать. И я знал менталитет вайнахов. Это очень воспитанный народ. Традиционно воспитанный. По отношению к старшим, да? Не только к старшим, к женщинам, к старшим, к детям и так далее. Очень воспитанный народ. Вот. И я совершенно четко знал. Вот, например, сейчас кому-то рассказать, слава богу, так сказать, должны поверить, потому что человек, о котором я говорю, он жив, скажем, Шамиль Басаев. Я с ним трижды разговаривал. Уже тогда, когда как бы нельзя было разговаривать. И в Грозном я ездил специально с ним, разговаривал, чтобы он не думал, что я испугался его. И в Назране я с ним разговаривал. И я с ним разговаривал, и когда он нервно вставал, там, я говорю, ваше счастье. Я говорю, что такое? Что вы гость? Гость – это святое. Воспитание. Да. Я говорю, а то чтоб? Застрелил? Он говорит, застрелил бы. Я говорю, ну, вперед, давай. Или дай мне оружие, и я тебя сейчас застрелю. Пожалуйста, я говорю, успокойся, пожалуйста. Вот мы так 3 часа мы с ним разговаривали. Так, но я знал их хорошо. Я знал, что со мной ничего не произойдет. Поэтому, когда позвонили, им и сказали, что вот здесь несколько депутатов есть, которые хотели бы, если вы не хотите, с должностными лицами говорить. Ну, вот депутаты есть, этот, Мавсар и Абубакар, руководители их. Она говорит, а кто там есть? Они стали перечислять, говорит,
Кобзон пускай придет. Я понимал, что они знают эту фамилию. И поэтому... А этот сразу Проничев Владимир Григорьевич, руководитель оперативного штаба, и Лужков Юрий Михайлович. Говорит, нет, мы не будем рисковать Кобзоном. Я говорю, что с вами? Я говорю, вы что, кто рискует? Да мне уже 128 лет. Вы чего, вы боитесь? Я говорю, я прожил свою жизнь нормально. Я говорю, все нормально. Я говорю, если я с ним не договорюсь, вы с ним не договоритесь. И вы меня стали готовить. Я говорю, не тратьте время. Лужок мне говорит, как мы его ласково называем. Он мне говорит, скажи, что я готов прийти к ним, стать заложником. Я говорю, хорошо. А Немцов? Мне еще не было. Ни Немцов, а команды не было. Первый раз, 9 часов утра, когда они согласились. Они ни с кем не хотели разговаривать. Вот требования выдвинули, сказали, все, ни с кем. Только с Путиным будем разговаривать. Только с Путиным. Размечтались. Там еще Путина не хватало для полного счастья. Да. Короче говоря, я пошел к ним. Смешно, но я этот зал знаю хорошо, и дворец знаю, в нем выступал сотню раз. Вот. Жуткая, конечно, картина. Простреленные стеклянные эти самые двери, окна. Я, значит, подхожу, а вся страна, блин, что будет? Ну, что первый заход, собственно. Я захожу, открываю дверь, вдруг слышу, стой! Я говорю, стою. А чтобы зайти в зал, нужно было миновать фойе, где раздевалка, и подняться по лестнице на второй этаж. И вот жуткая картина. Раздевалка вся так аккуратно все сложена, вся верхняя одежда. Вот всех, которые пришли на спектакль, она все сложена аккуратно. И с правой стороны лежит труп девушки, которая первая погибла. Вот. Я подхожу к лестнице, и сверху три автоматчика. «Стой! Кто?» Я говорю, «Кобзон!» «Стой!» А браво? Я стою. А? Браво хоть бы. Нет, потом говорит, «Проходи!» Я прохожу, они все в масках, в камуфляже и в масках. И сидит один вот так вот, сидит. С автоматом. Ноги расставил, да? Да. Ну. А я в пальто. Я говорю, вы что, ребят? Я к ним обращался достаточно вежливо. Я говорю, вы что, ребят? Опустите свой автомат. Я старше всех вас вместе взятых. Я пришел без ничего, так пол и пальто отвернул. Я говорю, смотрите, пожалуйста. Что же вы так меня испугались-то с автоматами? Он в маске сидит, опусти автомат. Они опустили автомат. Я говорю, а ты бы мог и встать? Ты кто? Он вскакивает, ну, потому что я знаю, что они не могут сидеть перед старшим. Перед старшим. Угу. Это нонсенс. Я говорю, ты кто? Он сынок. Говорит, какая разница? Вы что, пришли воспитывать нас? Я говорю, может быть и воспитывать. Вы знаете, как я отношусь к военнахам. И как войнахи ко мне относятся. Ваши родители меня уважают больше, чем ваших руководителей. Почему вы меня пригласили и сидите передо мной? Он говорит, хорошо, мы не сидим. Я говорю, так, давай поговорим. Меня зовут Иосиф, фамилия моя Кобзон. Знаем. Я говорю, хорошо, что знаете. А как тебя зовут? Абубакар. Я говорю, ну вот Абубакар. Вот и познакомились. Ну, что будем делать, Абубакар? Я говорю, я люблю войнахов настоящих, мужественных, честных. Уже весь мир знает, что вы здесь. Весь мир знает, что вы хотите. Ну, весь, вы добились этого. Все. Думаете, что-нибудь другое произойдет? Ничего. Никто на уступки не произойдет, не пойдет. Вы знаете, что такое условие одно? Вывести войска. Вы знаете, сколько там войск? Ну, 100 тысяч человек. Как это вы решили? Сколько же дней будете здесь, пока их будут выводить? Она говорит, пока будут выводить, мы будем здесь. Я говорю, вот так? Она говорит, да. А народ? И народ будет здесь. Я говорю, за что? Ну, я понимаю, вы захватили дачу Ельцина. С Ельциным да. вместе. Вот тогда
Понятно, дачу Грачева. Ну а что же вы этих невинных-то людей схватили? Дети! Ну детей хоть отпустите. Он так смотрит на меня, я говорю: Абубакар, сними маску, я хочу видеть твои глаза. Он так берет, снял. Снял? Да. Снял маску и говорит. Я говорю: ребята, вы такие молодые, оказывается. Я говорю, вам бы еще жить и жить. Он говорит: если давайте, передайте всем своим. Мы пришли сюда умереть, а не жить. И мы умереть хотим больше, чем вы жить. Такую фразу произнес. И я говорю: ну ладно. Он говорит: если нам не веришь, позовите Зулю. Входит вот такого росточка, маленькая, в камуфляже, черном, девочка. Я даже не знаю, естественно, она не открывала маску. И он говорит: Зуля, покажи, какая ты богатая. И она открывает ладонь, нет, пульт там. Он говорит: Зуля, нажмет кнопку, и все это взлетит к чертовой матери. Я говорю: а зачем? Абубакар. Я говорю: а где Масар? Он говорит: он отдыхает. А вот взлетит. Я говорю: а ей рожать надо, Зуля. Не, она никогда рожать больше не будет. И жить тоже, и мы тоже. Я говорю: ну а смысл-то какой? Объясни мне. Ну, взорвете невинных людей. Ничего не докажете, абсолютно. Да, детей отпусти, пожалуйста. Он говорит: дай ему самых маленьких. Потрясающе. Вот такой подарок мне. И выходит, значит, через какой-то... И пока с ним разговариваю, говорю: ребят, ну, все-таки подумайте хорошо. Я не говорю, кому, с кем вы связываться будете, все. Ну, подумайте хорошо. Ну, Путин не придет к вам. Все остальные не решают ваши вопросы. Самое главное, вы добились. Весь мир знает о том, что вы в Москве и что вы требуете вывода войск. Все. После этого самолет и вперед. И вернулись к себе, в любую страну, куда скажете. Нет. Вот пусть начнут вывод. Наверное, хорошо, передам. Выводят трех девочек. Я говорю: ну, цыплята, идите ко мне, я их укрываю пальто. Перепуганные девочки. Да? Ну, конечно, перепуганные. Укрываю пальто, и одна тычется, значит, говорит: Варя, а потом, значит, и говорит: там мама осталась. Ну, у меня слезы что-то из глаз. Ну, старость не радость, сентиментальная. Я говорю: Абубакар, ну зачем тебе мамка без детей или дети без мамки? Либо забери детей обратно, либо дай отдай маму. Маму. Он так на меня смотрит: отдай, мать. И выводит. Мы сейчас дружим с семьей. Я крестный, между прочим. Они потом... Она родила, значит, девочку, хотела мальчика, чтобы назвать моим именем. Родила девочку Катя, такую очаровательную девчонку. И вот, ну что должна делать мать, которая выводит к детям из ада? Ну, бросается к детям, да? Вдруг, а она бросилась на Абубакар. И говорит: вы должны немедленно отпустить, там женщина со мной рядом сидела, она беременная, у нее первые роды были неправильные, отпусти. Он смотрит на нее, на меня. Я говорю: женщина, я не знаю, как ее зовут, ничего. Я говорю: женщина, идите сюда. Не нагнете. Подождите. Она мне говорит: подождите. Я говорю: а я стою с тремя детьми. Я говорю: женщина. И он сейчас передумает вообще. Но он, я думаю, сейчас он заберет детей и ее тоже загонит. Я снял пальто, набросил на детей, подхожу к ней, хватаю ее за руку, говорю: Абубакар, спасибо тебе большое. Спасибо большое. Это хороший, говорю, жест, ты принял для меня подарок. Я говорю: да, еще перед этим, когда я ждаю. Я говорю: давай обменяемся телефоном. Он говорит: зачем? Разве вы что-то решаете? Я говорю: представь себе, решаю. Во всяком случае, попытаюсь. Оставь мне свой телефон. Записывай. А у него на шнурке висел на шее. Значит, я записал его телефон. Я говорю: запиши мой. Он говорит: я звонить не буду. Ну, запиши на всякий случай. Он записал. Я хватаю, короче, он вдруг, он говорит: слушайте, заберите, там англичанин, он помирает совсем плохой. И там кто-то хворает, что-то болеет, там врача, только не вашего кагибиста.
Вот врача иностранного давайте сюда, чтобы он посмотрел этих всех больных. Я говорю, ладно, спасибо, давай англичанина. Пошел диалог. Пошел, да, я забираю англичанина, забираю, значит, девочек, маму вывожу. Как они набросились, когда я прошел за здание, они набросились моментально. Ястржемский, ФСБ, там все, выхватили девчонок у меня, там все. Я говорю, да что ты? Я говорю, забирайте. Вот. И зашел туда и рассказываю, естественно, про ничего и Лужков о том, какая у нас была беседа. Я абсолютно не... Вот хочешь верь, хочешь нет. Но вот столечко не боялся. Я знал, что они меня не тронут. Никогда. Но когда уже второй раз... Да, я, значит, первое, что я сделал, позвонил Лене Рошалю. И сказал, Лень, подъезжай сюда. Он, значит, поехал. И пока он ехал, да, я говорю, на всякий случай еще какого-нибудь иностранного доктора порекомендуете. Они стали искать, очень смешно. Немец один сказал, я согласен, только я к ним не пойду. Пусть они приводят по одному человеку в центр. Они приводятся, ну, сумасшедшие. Вот, нашли иорданца. И самое смешное другое. Когда я позвонил ему и сказал, это был второй заход, что уже появились Хакамада, Немцов, значит, наша Буратаева, Драганов, Аслаханов. И я звоню этому Абубакару. Я говорю, Абубакар, значит, вот здесь и перечисляю. Он говорит, да, очень интересно. Ну хорошо, он говорит, берите Немцова и Хакамаду и больше никого. И приходите. Ну, я спускаюсь, а Немцов с Хакамадой во дворе оперативного штаба. Я спускаюсь, и я говорю, Ира, вас хотят. Такое счастье. Она говорит, да. Я говорю, да, кто? Я говорю, ну кто? Абубакар. Она говорит, надо же. Я говорю, и вас хотят, Немцов. Он говорит, так, минуточку. Сейчас я должен согласовать кое-что. И убегает. И мы стоим с Ирой. Я говорю, Ирина, вы знаете, нехорошо это. Они подумают, что мы готовимся к какому-то штурму или чего-то. Раз мы, они ждут, а мы не идем. Она говорит, вы правы абсолютно. Я говорю, ну где Немцов-то? Нет его, Немцова. Ну, мы тогда говорим там офицерам, которых там ходят, где Немцов? Ну, во дворе стояло несколько машин. Вдруг он выскакивает из одной машины, подходит, мне говорит, все, решено, чтобы вышли вдвоем. Так принято решение там. Где там? Кто принял? Я говорю, Ира, пошли. Я говорю, Ира, идите, пожалуйста. Извините, что я, так сказать, не совсем вежливо, но за я мной. Пойду впереди. Идите за мной в створе. Ну, подхожу уже привычно, уже знаю. Вдруг опять тоже, стой! Я говорю, стоим. И этот все уже так более вежливо с автоматом спускается, говорит, 5 минут придется подождать. Я говорю, подождем, что за беда? Говорит, у нас сейчас намаз. Они молились. Ну, подождем. Ну, подождали с Ирой. Потом они говорят, проходите. Ну, поднимаемся. Вот. А мне Проничев сказал, возьмите рацию. Вдруг они захотят, чтобы у них была рация, по которой они могут. И я так иду, и я говорю, ребята, чтобы у вас не было сомнений никаких, как всегда, у меня ничего нету. И говорю, тоже, вот рацию просили вам передать, если понадобится. И еще, говорю, Абубакар, просили передать. Самолет и вертолет стоят наготове. Если вы захотите... Вы можете взять себе группу заложников и на вертолете до аэропорта сесть в самолет, назвать любую страну. Денег, пожалуйста, скажите, сколько нужно. Деньги, самолет, вертолет готово. А ничего нам не надо. Ни самолет, ни вертолет, ни деньги. Они умирать хотели? Не, не совсем умирать. Не сказали, мы хотим, чтобы вывели войска. Все. Ира,
я совершенно волнуется. И она говорит: Абубакар, можно мне закурить? Он говорит: мы мусульмане, мы не курим, мы не наркотики, мы не алкоголь, мы не позволяем, мы верующие мусульмане. И тут я понял, что а там же там думают о том, что, во-первых, они все обколоты, обкурены. А потом глупость такую, когда после штурма показали Мавсара Бароева, значит, в этом самом, на полу лежать мертвого, возле руки его поставили бутылку коньяка. Ну, не пьют они, ну что, не колются, не пьют, не нюхают ничего, не курят. Просто они зомбированные мусульмане такие, которые, ну, конечно, не подчиняются, кто-то ими руководил. И я считаю, что это глупость большая, то, что всех уничтожили до единого. Но надо было хотя бы одного-двух оставить, узнать, для, чтобы узнать природу случившегося, истинную. Никого не оставили в живых. И даже на Думе у нас голосовали решение запретить хоронить. Вот. Но второй раз уже я чувствовал, что они несколько раздражены. Потому что когда Ира сказала: Абубакар, ну взяли бы вы до нам все с Давычем, подарили еще бы хотя бы по два человечка, детей. Он говорит: на этих детях уже жениться можно. Детей мы отдали Иосифу Давычу. Все остальные уже взрослые. И хватит этой торговли. Никакой торговли не может быть. Все, пока. Я говорю: ну ладно, извини. Я взял Ирину, и мы с ней пошли. Я понимал, что они уже нервничают. Что пора к какой-то развязке идти. Ну, пришел, конечно же, мы. Да, и самое главное, я говорю: мастер, Абубакар, говорю, два доктора уже пришли. Ждут команды. Он говорит: ФСБшный? Я говорю: нет, один иорданец, а один доктор мира, который прилетал на войну в Чечню, лечил чеченских детей. Такой Рошаль. Еврей? Я говорю: ну, может быть, и еврей. Какая тебе разница, кто он по национальности? Я говорю: он доктор мира, понимаешь? Пусть идут. Ну, в общем, уже потом дальше пошла эпоха Рошаля. Рошалю просто сказали: Лень, Леонид Михайлович, значит, прежде всего я ему сказал: да, пожалуйста, просчитай, где сколько чего, где женщины, где дети, где, как они сидят, что с ними происходит. Потому что меня-то не пустили в зал, меня только сдержали в фойе. Вот. Вообще, это печальная история. Но я бы многим предъявил нашим претензии. Предъявил бы претензии. Единственное, кто... Да, я предложил, когда... я говорю: здесь очень много людей, которые хотят прийти и взамен заложников детей себя предлагают. Лужков, мэр Москвы, предлагает. Он мне говорит: Лужков не нужен. Кадыров нужен. Я говорю: ну, я передам это Кадырову. Это его личное дело. Говорю: ну, вот Лужков там, говорю, очень многие люди... Священник, подошел ко мне священник, говорит: Иосиф Давыдович, когда я после первого раза пришел, попросите их, может быть, кто-то исповедаться хочет там, кто-то, в общем, помолиться хочет, пусть они меня пустят, я согласен остаться с ними. Ну, я ему сказал, говорю: священник, нет. Я говорю: двое мул, так сказать, тоже здесь. Он говорит: нет, не нужен нам мула, нам Кадыров нужен. Вот. И... уже когда Леня пришел, уже другая картина была. Мы уже знали, сколько там, чего там. А претензии я предъявил бы многим. Я предъявил бы претензии медикам нашим. Они не были готовы к этому. Ну, Бог с ним, уже не вернешь тех, кого нет. Поэтому печально. Иосиф, спасибо большое за эту беседу. Я очень хочу, чтобы вы были здоровы. Спасибо. А все остальное у вас и так есть, и вы еще много сделаете. Спасибо. Буду стараться. Спасибо, Дима. Спасибо. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях був народний артист Радянського Союзу, України і Росії Йосип Кобзон.